Дело 658. Кора Керри. Заставить потушить горящую свечу, направленный микрофон и испугнуть при помощи благовония. Как обычно. Ультрафиолетовый фонарик, МП и видеокамера. Поехали, значит. Залетаем в домик. Бемс, ключики, как обычно. Музыкальная шкатулка? Нет. Благодарю. Это хорошо, то, что это не музыкальная шкатулка. Я ее, потому что не очень люблю. Опа-на! Вот это мне нравится. Вот это деду нравится. Вот это я одобряю. Одобряю такие движения пожилые. Так, а это где, извините меня, было, пожалуйста? Помогите, расскажите. Объясните. Вот она, ага. Где-то здесь. Это, короче, он швырнул. МП3. Значит, призрак, соответственно, где-то, вероятнее всего, здесь. Окей уж. Ладно, я бы включил для начала свет. Свет у нас не здесь. Свет у нас, судя по всему, в подвале. Может быть, кстати говоря, призрак тоже у нас в подвале? Нет, вряд ли, мне кажется. Потому что только что-то там швырнулось наверху. Так, это не доска Уиджи, не круг. Может быть, это карты, это не зеркало, либо это кукла Вуду, соответственно. Такс, ага. Много чего он тут у нас кидает. Неплохо. Разошелся, пацан. Так, ну ладно. Давай-ка еще разок я посмотрю огонек. МП5 пока что я не видел. Такс. Ну, окейушки. Нету огонька призрачного, не видно. Все. Я думаю, что нету огонька, хорошо. Это меня радует, потому что был бы огонек, это мог бы быть мимик еще. Так, он снова там швыряется. Подожди, не, я не отстану. Я хочу проверять МП. Так, подожди, мне показалось, или минусовая была? Куда минусовая была? И вообще он швырнулся сейчас на кухне, да? Так, где он швырнул еще? Вот эту вилку, да? Да. Мне показалось, что минусовая была. Так, дай-ка я посмотрю отпечатки здесь. Нет, походу минусовая. Но либо мне показалось. Ладно. Так, погнали. Значит, я беру тогда радиоприемник, блокнот и лазерный проектор. Ну, как обычно. У меня первые 6 предметов всегда одни и те же летят в дом. Да, и, кстати говоря, неплохо было бы проверить. Здесь я могу прятаться, это просто шикарно. Здесь не могу. Ну и ладно. Вон то место офигенное, так что, в принципе, не буду ныть. Так, Херакс, ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Окей, это радиоприемник. Хорошечно. Угу. Так, радиоприемник. Ну-ка, дай-ка еще раз призрачный огонек. На всякий, просто на всякий. Так, огонька не видно, ну, нет, хорошо. Ладно, хорошо. Радиоприемник, значится, может ли это быть горю? Не может быть. Лазерный проектор, тем не менее, может быть, но я пока что его не вижу. Хорошо, я включу здесь свет. Включу здесь свет, он там опять буянит. Это кукла Вуду, кстати, неплохо. Переложу вот сюда, чтобы удобнее было. Так, что ты здесь буянишь, чел? Что он тут кинул? Не знаю я, что он тут кинул. Отпечатки все еще он не оставлял нигде. Ага, вот он, картину кинул. Очень он активный. Мне почему-то кажется, что это какой-то полтергейст. Это Тае, либо... Нет, а, блять, я подумал, это охота, окей. Сделал гост-ивен, который любит Мара делать. И, соответственно, если я в тени сейчас буду находиться, то Мара начнет охоту с 60% рассудка. Так, я не двигаюсь, чтобы у меня, ну, не подхожу ближе к призраку, чтобы у меня рассудок не обсадился. Не мог бы ты испариться, пожалуйста? Я был бы благодарен, кстати, это может быть фантом. А, вот ты, таракан, да? Я понял тебя, хорошо. Так, МП4, угу. Ладненько, я выкидываю вот это все говно. Ну, не знаю, мне кажется, пора уже брать как бы благовоние, потому что два гост-ивента он сделал, хотя я в него не заходил, но, тем не менее, два гост-ивента, это два гост-ивента. Ладно, не буду пока что я благовоние брать. Так, значит, Йокай, Анрё, окей. Ну, я бы нашел для начала вторую улику, но если я не ошибся, это реально была минусовая, то Морой, Близнецы, Мимик. То тогда Морой меня проклял. Но близнячих взаимодействий я не особо замечал, типа, поэтому да. Пироги. Опять показалось, что была минусовая, но смотри, вообще и близко нету минусовой сейчас. Какая-то температура даже слишком высокая. Во, он в этой комнате, хорошо. Так, но минусовая, хотя низкая, очень низкая, но не знаю, пока что не факт, естественно, что это минусовая. Так, я положить хотел бы здесь тебе блокнот и здесь блокнот с лазерным проектором. Хотя нет, не так, вот здесь, да, опа-на. Я бы принес соль, чтобы проверить на миража, но какой смысл? 0,3 градуса вообще. Возможно, реально это. Это минусовая, возможно, но не факт еще. Так, ну ладно. Что я несу? Я тогда несу, типа, фонарик. Подожди, фонарик, по-моему, я уже принес или нет? Ну-ка, все фонарики на... А, все фонарики на месте. Хорошо, тогда беру благовоние, вот это. Нужно же его заставить потушить горящую свечу при помощи направленного микрофона еще обнаружить и все остальное. Хорошо, это мы сделаем. Так, ну-ка, я бы свечку тебе принес, братанчик. Хотя это может быть Андрю, что достаточно таки опасно. Опасно, опасно. Кто еще может быть? По-моему, из них никто не может начинать раннюю охоту, но, естественно, за исключением мимика, но огонька не было, поэтому я не думаю, что
какой-то мимик. Окей, снова он бросается очень-очень активно. Где-то здесь. МП3. Хорошо, я не думаю, что это будет МП5. Причем, я не вижу как бы нигде вообще никаких отпечатков и близко. Так, ну ладно, я выкину тогда вот эти все вещи свои здесь. Ладно, вот тут. Направленный микрофон там, пускай лежит. И потом я хочу куколку буду заюзать. Так, ну сейчас я несу просто фонарик, благовоние и все. Мне же больше ничего и не надо. Блять, зачем я ультрафиолетовый фонарик с собой взял? Не знаю. Ладно, фонарик, благовоние, еще одно и все. Но он еще нам даже намека не дал на то, что это может быть отпечатки пальцев. То есть даже еще ни разу он не потрогал дверь какую-то, где мог бы оставить отпечатки пальцев. Такого не было, хорошо. Свечку, кстати, тоже не потушил. О, интересно. Принесу вторую ему. Так, ну-ка, братанчик, давай. Что-то минусовая еще не появилась? Нет. Нет. Но он все еще здесь, тем не менее, да? Да. Ладненько. Проектора лазерного я тоже не вижу. Хорошо, я бы послушал его немножечко через направленный микрофон. Хочу, чтобы он мне пошептал. По сути, это, если это морой, то, может быть, у меня бы рассудок уже и обсадился достаточно для того, чтобы он начал охоту. Так, подожди, он потушил свечу. О, и подожди, и это я услышал. Направленный микрофон. Хорошо. Угу. Так, я бы хотел сейчас куколку потыкать немножко, чтобы увидеть, возможно, какие-то эти записи в блокноте или лазерный проект. Понял, блядь. Быстрее обычного. Или нет? По-моему, да. По-моему, как раз-таки... Подожди. Либо нет. Ну окей, я кай. Иди сюда, дурачок. Иди сюда, ко мне. Иди ко мне, ко мне. Иди сюда. Якай. Якаюшка. Иди сюда, сюда. Ни хрена. Вообще ни капли не якай. Это вот не по-якайски. Так, ладно. Кто еще может быть? Анрё, близнецы. Ой, блядь, я же забыл. Я забыл, что ты в это... Ползучие. Я думал... Что ты высок? Хорошо, Анрё, близнецы. Но это не морой, вроде как. Это либо близнецы, либо кто-то из обычных как раз-таки. Ну хорошо, точно. Приветики. О, блядь, неплохо, слушай, ты придумал. Ладно, так, хорошо. Угу. Здесь тоже свет разбит, ладненько. Я тогда встану вот как. Я встану вот здесь, с вашего позволения. Вот здесь тоже я бы хотел свет включить. И благовоние рядом пускай будет. Я хочу увидеть либо, значит, соответственно, лазерный проектор, либо как бы этого того, записи в блокноте. Ага, потушил свечу. Окей, потрогал эту штуку. Еще одну потрогал. Я бы с МП чекнул быстренько. Ну-ка, МП3, хорошо. Минусовой нету все еще? Окей, минусовой все еще нет. Ладно, возможно, и не минусовая. Ну-ка. О, записи в блокноте. Так, окейушки, записи в блокноте. Это не Мара, это не Диоген? Подожди. Значит, это Мара? Ну, потому что как иначе? Хорошо. Блять, но он здесь свет разбил. Угу. Ладненько. Но мне в любом случае нужно еще одну охоту я хочу сделать. Хотя он же заблаговонялся. Можно как раз-таки проверить, не дух ли это. Но сейчас проверим заодно и не морой ли это. Потому что показался мне вначале он быстрее, чем обычно. Бросается он, конечно, неплохо, но... Не знаю. Так, ну ладно, ну не знаю, ну типа 1,5 минуты, наверное, уже прошло. И он на меня сейчас, я думаю, может начать охоту, особенно в случае, если это Мара. Так, Мароя, кстати, тоже во время охоты можно будет, ну, блядь, Мароя по скорости можно будет определить, в принципе, так что да. Но я практически уверен, что это Мара, потому что 2 гост-ивента, Мара чаще намного делает гост-ивенты с разбивающимися лампочками. Хотя кидается он неплохо тоже. Окей, гост-ивент сделал здесь, хорошо. Бросается он тоже неплохо, почти как, ну как почти как полтергейст. Мне интересно во время охоты посмотреть на его броски. Будет ли он по полтергейстски это делать? Ну, возможно, это всего лишь морой просто. Напросто и все. Так, окей. Айфы. Окей. Теперь иди сюда. Иди сюда. Давай, давай. Да ну. Смотри. Не, как-то вообще на полтергейста не похоже. Хотя. Ну-ка, ладно. Не. Окей, на полтергейста не похоже. Дух. Хорошо, я вот заблаговонял его в примерно
в 6:30 где-то. Окей. То есть по направленному микрофону мы сейчас можем определить, в принципе, не дух ли это. Я хочу просто убедиться на все 100. Так, ладно. В 6:30. То есть, соответственно, в 8 Мара сможет начать охоту. Окей, господин, понимаю. В 8 часов вечера. Ой, блядь. В 8 этого минут она, Мара, сможет начать охоту. Короче, вот. А дух? Дух. Соответственно, в только в это. В 9:30. Да, потому что у духа после благовония эффект действует 3 минуты. А у других призраков, ну, в моем случае, да, у демона 60 секунд, у других призраков 1,5 минуты. Так, окей, минута прошла. 30 секунд осталось. И мы точно узнаем уже, Мара это или не Мара. Так, вот примерно, наверное, где-то сейчас уже все. Они могут начать охоту. Так, стоп, я что-то это на рефлексах чисто выкину. Подожди, вот сейчас они уже точно могут начать охоту. Ну-ка. Дух, что ли? Вот такой вот смешной дух? Да ладно. Нужно даже... Нет, никакой это нахрен не дух. Это не дух, это Мара. Дух бы сейчас не успел еще начать охоту. Так, у меня же выключено. То, что по нажатию, да, включено. Все, зашибись. Вот такие, короче, пироги. Но не полтергейст, потому что, ну, два гост-ивента, и плюс швыряется он во время именно охоты, полтергейст больше швыряется. Так, все что ли? Нет, не все, он в подвал, она в подвал спустилась, хорошо. Вроде. Все, походу все. Да? Да, охота закончилась, можно сваливать отсюда. Спокойно, благополучно. Ух, итак, был ли я прав, или же все-таки это был полтергейст? Внимание, внимание. Это был... То, все задания выполнены, кайфы вообще. Кость тоже собрана, вроде бы, да? Это был... Мара. Была. Получается, да. Вот такие пироги. 15 минут игры. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.